Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, мы разбираем события минувшего дня, смотрим, как на них отреагировал рынок, преимущественно отдельные инструменты, на которые делается большая ставка. Среди них это основная когорта рисковых активов и доллар. Следим за нефтянкой, которая, безусловно, сейчас, возможно, является даже центровым активом, поскольку нефть демонстрирует волатильность, не снившаяся даже рисковым инструментом. Мы ожидали очень мощных движений по фунту и евро, но акцент и внимание сейчас все-таки смещается на нефтянку, потому что нефть ходит гораздо активнее. Есть причины, друзья, происходящего, есть причины все-таки ожидать, что риск в плане мощных движений тоже реабилитируется, произойдет это уже сегодня, в частности. Снова мы будем следить за британцем. У нас изначально был сценарий того, что документ окончательно представит Палате представителей, голосование, собственно, по нему пройдет вот сегодня. Но вчера мы рассчитывали на своего рода утечку информации в каком-то формате, отдельные там положение, пункты этого соглашения, ну, держат в секрете, собственно, документ, и удалось сохранить такое таинство, завесу неопределенности, о чем же все-таки договорились, и есть ли у этих соглашений, у положений данного соглашения будущее в плане того, чтобы быть согласованными в рамках кабинета министров. Сегодня мы, собственно, об этом узнаем. Голосование пройдет, и тут же будут объявлены решения. Собственно, либо быть Брекзиту на условиях, которые устраивают всех, и речь тогда пойдет о Брекзите мягком, то есть выходе Англии из состава ЕС с сохранением доступа к единому европейскому рынку, либо все-таки все уйдет на второй или какой уже там по счету круг, когда станет ясно, что есть еще очень много неопределенных моментов и диалог будет продолжен. Но, на мой взгляд, такой сценарий, он будет равнозначен и равносилен сценарию жесткого Брекзита, потому что, скорее всего, если уж сейчас не договорятся, будет уже очевидно и ясно, что стороны не идут на уступки и на эти уступки не пойдут и в будущем. Поэтому, друзья, сегодня максимум внимания на фунт. Уверен, то, что до конца текущей торговой сессии он очень сильно отклонится от текущих котировок. Будьте внимательны, будьте бдительны, контролируйте, собственно, ваши позиции. Неважно даже, торгуете ли вы фунтом против доллара, либо против каких-то других инструментов. Фунт, конечно же, покажет сегодня мощную динамику. Ну и вслед за британской валютой, безусловно, пойдет и евро, потому что тема Брекзита, как мы уже не раз могли в этом убедиться, влияет также и на европейскую валюту, на то, что происходит в плане настроений в рамках валютного блока. Давайте чуть подробнее по тому, что же у нас еще из статистики сегодня. Несколько отчетов, на которые стоит обратить внимание, но не нужно изначально настраиваться, что эти отчеты станут каким-то мощным катализатором для инструментов. Все-таки я отметил, что сегодня балом будет править именно соглашение по Брекзиту и то, как рынок на него отреагирует. И уже по принципу цепной реакции прочие инструменты будут реагировать на движение фунта и британского фондового рынка. Но по статистике для нас она имеет очень большое значение, потому что мы все-таки руководствуемся долгосрочным фундаментом и копим отдельные релизы, чтобы формировалась целостная картина того, что происходит по экономикам. В частности, можно сказать, что день сегодня начнет сразу же после нашего брифинга в 10:00 темпы экономического роста Германии. В 13:00 отчет по ВВП только уже в рамках всей еврозоны. Также в 12:30 мы будем следить за британской статистикой. Это отчет по инфляции. Следом традиционно в связке идут там с интервалом в один день. Следом за динамикой по росту заработных плат. И опять же, вот анализ того, как рынок реагировал на вчерашний отчет, показывает, что все-таки определенный процент трейдеров готовы сейчас, сломя голову, бросаться на торговую идею, которая связана с вероятностью
ужесточением политики и в Англии. И действительно, если ну, среди вас есть таковые, конечно же, я спорить не буду с тем, что с учетом последних цифр по росту заработных плат, рост оказался максимальным за последние 10 лет, есть определенные надежды того, что британский регулятор рано или поздно, но, конечно же, мы с вами понимаем, что поздно, вернется к вопросу роста процентных ставок. Но произойдет это не раньше прояснения ситуации по Брекситу. И даже если сегодня пойдут какие-то движения, собственно, до оглашения документа, разглашения информации по этим договоренностям, не нужно путать, собственно, то, что повлияло на динамику британцев, потому что, как ни крути, сейчас все следят только за тем, ну, каким будет фактическое соглашение. Замыкать день станет американская статистика. В частности, в 16.30 нас ожидает отчет по индексу потребительских цен. Посмотрите на прогнозы, на ожидания. Статистика для доллара сейчас нужна. Индекс держится на максимуме за последние 16-17 месяцев. Ждет катализатор. Давно уже не было стоящих релизов, каких-то отчетов, которые могли бы напрямую повлиять на доллары. Сегодня как раз они будут. Если силенок у инфляции не хватит поспособствовать движению доллара, то я думаю, что с задачей катализатора, импульса для активности по американцу уже справится председатель Федрезерва Джером Пауэлл, потому что сегодня он даст конференцию. Ну, если быть совсем точным, не сегодня, а уже вот в переходе с торговой сессии среды на четверг в 2 часа ночи по московскому времени. Если есть возможность дождаться этого события, сделайте это. Если нет, ну, ничего страшного. Я думаю, что вряд ли Джером Пауэлл скажет что-то такое, что приведет к какому-то безудержному росту, либо, напротив, снижению американцев. Скорее всего, все будет в рамках тех ожиданий, которые мы с вами обсуждаем и транслируем очень давно. Это последовательный рост на фоне неизбежного повышения процентной ставки в декабре. Но я очень надеюсь, то, что, друзья, все-таки по доллару и иене падет сопротивление 114, как приклеенный, собственно, доллар против иены сейчас находится рядом с этим уровнем, уже который день подряд. И я думаю, что сегодня картина изменится. Если прорвемся выше 114, то тогда будем претендовать, как и ранее уже отмечали, на тест следующего, более выше лежащего сопротивления. Это отметка 115 йен за доллар. Ну а теперь давайте поговорим конкретнее про то, что мы видели вчера. Начнем с рынка нефти, потому что здесь развитие нисходящей динамики без какой-либо коррекции, без какого-либо восстановления. Я бы даже сказал, что учитывая агрессивность развития нисходящего движения, это больше похоже на панические распродажи. Лоу вчерашнего дня, друзья, 64.64. Сейчас чуть выше 65 долларов за баррель. Дважды я пытался за последнее время откупить нефть, и два раза, собственно, рынок меня выносил. Благо то, что мы хорошо прокатились на коррекции и изначально допускали, что любой сейчас трейдинг на фоне серьезного обвала, он сопряжен с большим риском, и не, скажем, злоупотребляли загрузкой депозита и, собственно, руководствовались и торговали небольшими объемами. В частности, сейчас, честно говоря, друзья, после того, как мы без откатов пробили все-таки 70 долларов за баррель, стало очевидно, что рынок вообще не заметил этот уровень и не счел даже необходимым что-либо отрабатывать в плане технического анализа. Ну, вывод здесь напрашивается сам собой. Видимо, уровень есть вот этой коррекции восстановительной, от которого может пойти восстановление. Но этот уровень находится гораздо ниже. И я уже начал было предполагать, что этот уровень, эта планка находится на отметке 60 долларов за баррель. Что мы наблюдали в рамках вчерашнего дня? Резкое снижение, если в целом характеризовать динамику Brent и WTI, то есть сортов в
терминалах Amarkets, Yucoil и Yusoil, это снижение в диапазоне 7-8%. Я вот продолжаю делать ставку на WTI, потому что очень интересно здесь констатировать именно протяженность и продолжительность, вот, действительно, более подходящее слово, нисходящего тренда, потому что он продолжается 12 сессий подряд, и это рекордный показатель спада за все время наблюдения, накопления данных, то есть с 1983 года. Ну, то есть фактически, друзья, прямо на наших глазах сейчас фактически творится история. Было ли что-то в моменте, ну, супер интересное, чем можно было бы оправдать и объяснить? Ну да, понятно, что нефть из-за этого валится. На самом деле нет. Рынок возвращается все к комментариям Трампа, который еще в понедельник в своем твиттере сделал сообщение, выразив недовольство определенными намерениями, ну еще не подтвержденными, правда, только лишь на словах, обозначенными намерениями стран ОПЕК снизить производство нефти. В частности, Трамп также, как вы помните, сделал заявление о том, что, по его мнению, котировки нефти должны находиться гораздо ниже текущих значений, чем торгуются сейчас, потому что предложение, рост предложения на фоне еще и снижения перспектив экономического роста и впоследствии более низкого спроса, он создает только лишь одну возможность для торговли сейчас нефтянки, и одно оправданное движение, это движение исключительно вниз. И очевидно то, что данные комментарии, они пересилили позитив, который вроде бы как еще в понедельник начал на рынке зарождаться. Этот позитив был связан вот с намерениями Саудовской Аравии в декабре сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Я допускаю, друзья, также, что на настроение трейдеров продолжает оказывать влияние недооцененный риск действительно роста предложения. Мы с вами говорили конкретно по цифрам того, сколько нефти добывается ключевыми производителями России, Саудовской Аравии и Соединенными Штатами Америки. Ну, вчера еще масло в огонь подлил прогноз от администрации энергетической информации, в соответствии с которым в будущем, собственно, месяце, в декабре на 7 основных шельфовых месторождениях в Штатах добывается, ожидается еще дополнительный рост добычи на 115 тысяч. И возвращаясь к этим цифрам, вспоминаю, что эти прогнозы практически всегда на самом деле отрабатываются, то есть реализуются, и цифры реально оказываются даже выше. Можно вспомнить прогноз этого же самого ведомства, только которому две недели уже, о том, что в 2019 году Штаты будут добывать больше 12 миллионов. Я думаю, что существенно больше, и пока что, в принципе, ничто не способно вот вставить палки в колеса вот данных намерений. Поэтому, раз уж на рынке нефти сейчас господствует только один настрой, это настрой тотальных, агрессивных, безудержных распродаж, я думаю, что нужно смириться с тем, что поторопились мы в расчете на потенциальный, друзья, отскок, на разворот, и в данном случае нужно возвращаться к нисходящему тренду. И вот третий раз я удачу попытаю только лишь через короткие позиции. И если, ну, вы хотите тоже примкнуть к тем трейдерам, которые все-таки хотят еще выжать побольше из нисходящего движения, в качестве уровня можно использовать и в качестве, ну, конкретной сделки, это sell stop с отметки 64.70. Цель, друзья, допускаю, действительно шансов очень много, учитывая, что только вчера потеряли 7%, добраться до $60 за баррель. Рубль 68.11, я вот с нетерпением жду открытия сегодняшней сессии на МВБ, прям первым делом после брифинга я открою графики, посмотрю, где же находится рубль сейчас, но что-то подсказывает мне, что мы сегодня пойдем с вами выше 68.5. Если этого не произойдет, будет даже очень странно, и нужно будет отдать должное, хоть и непонятное, но все-таки, видимо, какой-то логике Центрального банка, который считает, что по каким-то причинам рубль нужно сейчас поддерживать, спасать и более-менее замораживать в узком там диапазоне, вот 60
6,68 рублей за доллар. Но мне кажется, все-таки с таким обвалом, который мы наблюдали вчера, очень трудно сейчас мириться, не хватит силенок у ЦБ, чтобы как-то влиять на рубль, поэтому ожидаемая, вполне логичная девальвация, которая на текущем этапе объясняется только лишь тем, что происходит на рынке нефти, друзья. Евро-доллар 1.1286, чуть мы восстановились, но лишь совсем чуть-чуть, в частности, настрой по европейской валюте сохраняется медвежий, потому что мы видим и статистику, в частности, вчера вышли индикаторы бизнес-оптимизма, оценки текущих экономических условий. Вот, кстати, бизнес-оптимизм по ЗЮ Германии оказался чуточку лучше, чем месяц назад, но, на мой взгляд, негатив от прочих отчетов он компенсировал положительное влияние этого релиза, потому что по прочим индикаторам оценки экономических условий и мы получили очень слабые цифры, и не только по Германии, но и по еврозоне в целом. Также вчера выступал Питер Пратт, мы изначально делали акцент, точнее, на его риторику, не то чтобы он мог бы стать катализатором для евро, но он мог бы подготовить нас к будущей риторике Драги. Вот, в принципе, заседание Европейского центрального банка состоится уже совсем скоро. И Пратт, в принципе, сделал акцент на то, что текущее снижение цен на нефть, конечно же, создаст серьезную преграду, препятствие для того, чтобы инфляция смещалась в рамках еврозоны к целевому значению там в 2%. Я думаю, что, друзья, между строк это комментарий, который можно трактовать как важность сохранения, необходимость, вынужденная, что ли, необходимость сохранения мягкой экономической политики внутри валютного блока. Итальянский бюджет и подвешенный вопрос с ним так и остался в статусе неопределенности. Я так не дождался, опять же, к СМИ каких-то новостей, что будет делать Еврокомиссия с Италией, поскольку Италия не представила в обозначенные и заявленные сроки 13 ноября доработанного документа по проекту бюджета. Собственно, как и был дефицит бюджета на 2019 год в районе 2-4% ВВП, таковым он, собственно, и остался. Ну, будем ждать подробностей. Хотя сегодня, друзья, все-таки евро придет в движение именно от новостей по Brexit. Поэтому можно прям плавно сейчас перекочевать на фунт. Котировки по паре фунт-доллар, это отметка 1.2987 сейчас. Вчера вышел отчет по заработным платам, как я уже отметил, максимум за последние 10 лет. Может быть, кого-то вдохновил этот релиз на рост британской валюты, но думаю, что вряд ли им можно было бы объяснить только им, точнее, вчерашнее восстановление фунта. Рост британца – это лишь попытка, опять же, трейдеров поверить, что ЕС и Англия договорились. Но снова отмечу, друзья, то, что мы рассчитывали на утечку информации, то, что документ Бранье и Раб действительно представили Палату представителей, точнее, они передали его Терезе Мэй, она уже в кабинете министров сегодня обозначит основные пункты и положения. Почему я по-прежнему отношу себя к категории тех трейдеров, которые не верят в Brexit? Потому что лидер лейбористской партии Джереми Корбин буквально вчера, после того, как фактически документ был передан в кабинет министров, сделал заявление о том, что оппозиция будет голосовать против, потому что это ужасный документ, это неприемлемые договоренности, и он всячески неоднократно пытался донести позицию того, что тактика ведения переговоров Терезы Мэй и ее потенциальное уступничество вот, для Европейского Союза может привести к крайне губительным последствиям для всей Англии. Но, друзья, голосование сегодня пройдет, если действительно все пойдет так и против документа проголосует не только оппозиция, может быть и среди однопартийцев Терезы Мэй тоже не найдется, опять же, достаточного количества единомышленников, разделяющих оппозицию. Такое может быть, тем более мы помним, что действительно против мы и против ее курса выступают многие из ближайшего окружения, то есть из тех, кто так же, как она, входит собственно, ну, в единую политическую партию, партию власти. Если
количество голосов против превзойдет количество голосов за, этот документ не будет одобрен в Палате представителей, министров. Значит, друзья, мы ждем серьезнейших распродаж британцев. И вот как раз на это я и делаю ставку. Если фунт сегодня полетит у нас просто каким-то донным уровнем, разумеется, следом пойдут и прочие рисковые инструменты. Вот почему я призываю вас быть крайне внимательным сейчас, даже не только торгуя британцем, но еще и европейской валютой, потому что евро, в принципе, может показать схожую динамику. Доллар иена 113.93. Ждем, собственно, сегодняшний отчет по инфляции и ждем ночных по московскому времени комментариев Джерома Пауэлла о перспективах денежно-кредитной политики. Но думаю, что завтра у нас будет с вами возможность говорить о котировках уже выше 114. По австралийцу ситуация, в принципе, не меняется. 0.7215, чуть выше 0.72. Сохраняем, опять же, медвежий настрой, так же, как и по новозеландцу. Доллар канадец, это давно уже стало моим настоящим бременем, которое я несу. Друзья, болезненно, конечно же, наблюдать то, что пара изо дня в день переписывает локальный максимум. Ну, что уж тут поделать. Я выбрал для себя позицию. Я продолжаю все-таки рассчитывать и надеяться, то, что канадец найдет для себя повод, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление доллару. Поэтому пока запас прочности еще имеется, пунктов 100-150 я как минимум подожду. Американский фондовый рынок снижается, но понятно, что из-за тех потерь, которые понес рынок нефти, у фондовых секций, завязанных на еще и на энергетике, а это, в принципе, все ключевые индексы, тоже вполне ожидаемое и логичное снижение должно было наблюдаться. И, в частности, сейчас действительно американский индекс Dow, который мы вчера с вами продали, продолжает развивать нисходящую динамику. Ждем, собственно, в районе 24 500, либо вообще 24 000. Я думаю, что доберемся до этого уровня. Тем более, раньше мы также ставили в качестве цели данную отметку, но чуть-чуть вот до нее не дотянули. Но с учетом того, что происходит на рынке сейчас в плане нефти, может быть, через несколько дней снова мы станем свидетелями плохих новостей по отношениям торгового характера между США и Китаем. Соответственно, причин для распродаж будет достаточно. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что сегодня в фокусе внимания фунт. Сегодня мы ждем подробности по Брекситу. И сегодня мы ждем озвученный характер вот этого соглашения, которое либо устроит, либо не устроит тех, кто следит за этим очень долгим таким политическим бракоразводным процессом между Англией и ЕС. Хорошего торгового дня. Не забывайте про важную необходимость контроля рисков. Увидимся с вами завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9:30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.